пятницу в Самарской области будет ясная и местами пасмурная погода, выпадет небольшой снег, дневная температура воздуха останется на прежнем уровне -13, -16. Ночью 11-14 градусов ниже нуля. В Сызрани пасмурное небо, днем -13, вечером выпадет снежок, ночью -11 градусов и также снег. Ветер юго-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем -13 градусов, вечером небольшой снег, ночью также 13, ниже нуля. Ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре с утра холодно, -20, днем малооблачно и -15 градусов ниже нуля, без осадков, ночью 16 мороза, ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, в утреннее время геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.